принципе, на охоту едем. Посмотрим, что из этого получится. Здесь сплошной туман. Вот это уже приличный подъем. Сейчас в лесу. Лишь бы не упасть. Хотя, в принципе, если кто-то из нас упадет, скатится, просмотров, наверное, будет больше. Иначе я вижу, что вы не подписываетесь. Вот, а тут можно провалиться. Овраг большой. Я надеюсь, медведи спят в это время. Ни у кого из них бессонниц не будет. Надежда умирает. Последняя, да? Так, надо аккуратно спускаться. Ну и чё, куда ты меня привел? Чё, сейчас? Вот красивое место. Чё, сейчас отсюда кувырком, что ли, надо? Теперь уже можно и покататься. Чё-то у меня нет желания по этому спуску спускаться. Тогда давай, нельзя. Я переубедил своего ведущего, чтобы мы обратно пошли. Там просто очень сильный спуск был. Такой спуск. Что-то не было у меня сегодня желания туда спускаться. Солнце прямо в глаза светит. Продолжаем свой путь. Так, сколько километров мы прошли? На какие-то следы мы наткнулись. Просто шумим, походу все разбегают. Не получается аккуратно идти. Ну, в принципе, мы здесь не для охоты, а просто пешая прогулка. Вот следы чьи-то. Я, в принципе, в этом не разбираюсь. Может, даже золотая антилопа пробежала. В принципе, ее поймать я бы не отказался. Вот они следы. А чьи, я не знаю. Присели. Чтобы не шуметь, чтобы посмотреть, есть тут что-нибудь или нет. У меня такое ощущение, будто мы километров 15 уже прошли. А сколько мы сейчас прошли? 6-7, наверное. 6, а потом еще обратно столько тащиться, да? Да. Обратно уже пойдем будет. А есть вариант, чтобы я тут остался, а вы за мной на машине приехали? До лета, наверное, подождать тогда. На лето. Так, здесь спуск.
аккуратно спустимся. О, что, скользко там? Я уже думаю о том, что придется обратно идти, поэтому пойдем спуск-то легче преодолеть. Потом придется на подъем тащиться. А, так подняться? Не, мне вообще с камерой будет неудобно. Так, походу, мне придется отключить камеру, чтобы здесь подняться. Или нет? Ох ты! Походу, да. Так, если не отключусь, не смогу подняться. Да. Пришлось выключить камеру, чтобы здесь подняться. Ну что, не трудно тебе? Камера, рюкзак, все у меня. А ты налегке. Оператор, отвечаю тебе, пожалуйста. Продолжаем движение вперед. Давай, уходи. Мог бы для приличия хотя бы упасть. Главное, чтобы я сам не упал. Так, это что за место, будто озеро замерзло. Здесь, походу, вода была. Все так ровно, равномерно замерзло. Вода? А ну подпрыгни, если проваришься, будет нормальный контент. Замерзла? Я вообще-то больше тебя вешу. Тем более со всем снаряжением. Ух ты. Подо мной слегка проваливается. Это что-то стрёмно, если честно. Да, вот здесь уже. Ух ты. Он может треснуть в любое время.
Конечно. Не глубоко. Сантиметр 40. Да. Здесь можно было бы чуть в хоккей поиграть, если с собой взяли бы клюшку, вернее клюшки и шайбы. Что, детство вспомнил? Так, солнце садится уже, нам еще обратно топать. Что там? О! Там не везде лед, будь осторожней. Это что за трап? Так. Неудобно и в камеру смотреть, и под ноги. Короче, самое интересное, заснять не успел я. Я, короче, провалился в лед. Чуть камеру не утопил. Вся обувь грязи. Короче, не везде, оказывается, там был лед. По крайней мере, проверил. Ну что, в следующий раз будем знать. Я надеюсь, больше никаких сюрпризов не будет. Это все желание пропало. Вся обувь промокла. Я почти по колено вошел туда. Вот это больше всего то, что я не люблю. Подниматься на подъем. Уж лучше километр спуститься, чем 100 метров подниматься. А? Только берлоги нам не хватало сейчас. Подниматься это не спускаться. Только как пойдем. Естественно, спускаться легче. Это замерзшее озеро. Оказалось глубоким, несмотря на то, что я в край провалился, до колена даже вошел туда. Просто повезло, что я резко оттуда успел выпрыгнуть. О, один поехал. Осторожней. Если особо лес не знаешь, лучше обратно по следам идти. Я в прошлый раз, когда был тут, заблудился. Где-то в 12 часов ночи вышел из леса. Поэтому лучше обратно идти по следам, чтобы наверняка. Ну, в принципе, этот дорогу знает. Так что особо не переживаю.
В деревьях я тоже не разбираюсь. У кого какие идеи? Как называются эти деревья? Пишите в комментариях. И не забывайте подписываться. Все, домой. Хватит на сегодня. Весь промок уже. Сейчас главное аккуратно спуститься. И все, уже проголодался я что-то. Пути нам встретились лошадки. Жаль, что нечем вас накормить. Осторожно, крутой поворот. Так, проезжаем мост над Аргунским ущельем. Река Аргун. Не видно тут ничего.